В Сочи продолжается Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Наши коллеги продолжают делиться впечатлениями. Добрый вечер, коллеги. Национальное телевидение «Чуваш» уже пятый день работает на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Сзади меня видите стена, на которой участники фестиваля оставляют свои послания, пишут свои города и страны. Вы видите, что мест свободных уже нет. Мы видим, что что-то пишется прямо сейчас. Давайте подойдем и спросим. Добрый вечер. Здравствуйте. Откуда вы? Я из Таджикистана. Так, что вы только что написали? Ну, я как бы свое имя написал на память. Как вас зовут? Дил. Дил, очень приятно. Расскажите, что вы делаете на фестивале? Какая у вас площадка? У меня площадка «Глобальная политика» международной культурной безопасности. Очень интересно проводим. Почему нет? Мне интересно это направление политическое. Всемирное, международное, надеюсь. Поэтому я пришел на эту площадку. Какие впечатления у вас на фестивале было? Не объяснили эти чувства. Много людей, много знакомых, друзей ищите по всему миру. Я, наверное, от себя добавлю. Мы находимся здесь уже пятый день. И такое ощущение, что мы живем в модели идеального мира. Все улыбаются, все здороваются, все общаются. Мне кажется, когда мы приедем в Чувашию, нам нужно будет акклиматизация, да, некоторое время. Ну что ж, могу я позаимствовать у вас маркер и тоже сделать пометку? Ну что ж, коллеги, на этой стене скоро появится упоминание о национальном телевидении «Чувашии». Пойдемте. Рядом с соседями. Субтитры создавал DimaTorzok.